Вот она запустилась, GTA 5. Там были кое-какие проблемки, так как я не запускал с помощью Rockstar Launcher. Приходилось его устанавливать. Но теперь сейчас все установилось. И GTA 5 запустилась. У меня очень слабый ПК, даже перед запуском мне дали предупреждение, что у меня мало оперативной памяти даже для минимальных требований. Из-за этого могут появиться проблемы с процессом игры. Сейчас я перемотаю, чтобы игра запустилась. Вот она, это оригинальная GTA, не пиратская версия. Теперь нужно выбрать сюжетный режим. Мне предлагают зайти в GTA Online. Но я выбрал сюжетный режим. Да, опять запустилась. Прошло где-то 5 минут. Загружалось 5 минут. Смотрите, FPS очень мало.